Сахарный диабет – болезнь сама по себе малоприятная, так еще ее последствия могут расстроить кого угодно. Например, резкое ухудшение зрения. Из-за чего это происходит и как лечиться, подробно поговорили с офтальмологом. В последнее время в России и во всем мире происходит постоянное увеличение количества больных сахарным диабетом. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 200 миллионов страдающих этим тяжелым заболеванием. В России, по некоторым данным, около 3-5 миллионов. Диабет поражает практически все структуры глаза. По наблюдениям врача, среди тех, кто страдает диабетом более 10 лет, не менее 50% обращаются к офтальмологу из-за проблем со зрением. В основном у таких больных возникает диабетическая ретинопатия, и если болезнь запустить, человек может ослепнуть. Поэтому даже на ранних стадиях сахарного диабета офтальмологи рекомендуют посещать врача не реже раза в год. При нарастании негативных изменений зрения доктор определяет число визитов в зависимости от ситуации. Стоит отметить, что проблемы со зрением при сахарном диабете могут быть решены с помощью хирургического вмешательства. В современной офтальмологии существует масса различных способов лечения. Основным, конечно, является это своевременное проведение лазерных вмешательств. Кроме того, в последнее время витриоретинальная хирургия занимает одно из главных направлений современной офтальмологии, с помощью которой хирург выполняет сложные микрооперации на сетчатке, на стекловидном теле, возвращая таким образом пациенту давно потерянное и безнадежно утраченное зрение.